Ой, я пропустила, хотела забивать. Он говорит, и в Выборге. Ребят, смотрите. Красота. Всю ночь был дождь. Тут с 8 до 10 завтраки. Чик-чик-чик. Человек встает. Нам принесли завтрак в номер. Сейчас я покажу, что у нас тут вообще есть. Ну, стандартные сосисочки, омлетик, круассанчики, кашка рисовая. Да, мне принесли также капучино, бутербродик с сыром и сливочное масло. Ну, все просто, но вкусно. Да, ребят, еще у нас конфетки есть, крендель выборгский, так что с голоду мы точно тут... Не то сказала, еще не проснулась. В общем, всем приятного аппетита, мы будем есть. Спасибо этому номеру. Все, мы уходим. Едем сейчас в Монрепо парк гулять. Оставили после себя чистоту, ну, убрали, да, чтобы все было прилично. Да. Все, мои дорогие, выходим. Та-дам! Ну. Шикарно. Ну что, мы приехали в Монрепо. У нас сейчас 10:25. Людей нет, пока мы их не видим. Пойдем сейчас изучать все, смотреть. Я так рада. И погода хорошая, солнышко светит. Так, подходим к кассе. Вот, сейчас купим билетик, и я скажу, сколько он стоит. Работает парк с 9 утра до 18:00, потому что уже режим изменился. Осенне-зимний, с 1 октября, вот с 9 до 18. Даже тут есть еще технические перерывы. Надо все смотреть в интернете, ребят, заранее, да? Чтобы попасть в парк. Также есть онлайн-терминалы. Ну вот. Да. А, сколько стоит? А, 100 рублей? А, 200. Это до 18 лет 100 рублей. Угу. Ну вот, 200 рублей вход. Ну, отлично. Спасибо. Пойдем. А билетики есть или просто чеки? Ну ладно, надеюсь, у них потом будут билетики. Ну, я чеки, если что, тоже сохраняю. Вот она я с утра. 10:25. Ой, уже 10:30. Идем в парк. Как здорово выглядит, как будто заходим в какой-то сказочный замок. Да, конечно, Монрепо занимаются. Все потихонечку устраивают? Да. Давно этого слова не говорила. Ой, как красиво. Саламончик, ты в Монрепо. Да. Какая аллея. Главные усадебные ворота. Ну, зайдем. Заходим в ворота, любимый. Выставка лишайников, он тебе. Выставка лишайников. Понятно. Очень красивая аллея. Все так... Ну, не знаю, вы здесь были когда вообще? Я не помню даже. Года 4 назад, наверное. Ну, конечно, сейчас все изменилось. В лучшую сторону. Thank you.
Соломончик уснул. А мы все смотрим. Вот уже чувствуется, да, ребят, северная природа. Ну, когда мы были на Лыжкишхере, в принципе, это то же самое. Только чуть правее, да, Илюш? Лыжкишхере. Ну да, да. Что? На Ладоге восточнее. Ну да. Ну вот. Конечно, интересно попасть на этот остров когда-нибудь. Остров Людвигштайн. И капелла Людвигштайн. Поднимаемся. Тут спуски, подъемы. Хижина отшельника. И как-то так, сейчас посмотрим. Вот такой мостик уютный из березы. Соломончик. Смотрит. Но ему интересно на водичку посмотреть. Все правильно, хижина отшельника. Лесной части парка Монрепу на небольшом островке расположена так называемая хижина отшельника. Вот эта книга. Интересно почитать. Имение Монрепу в Финляндии, 1804 год. Угу. В ныне существующий павильон был воссоздан в 2021 году вообще-то. Улыбака. А здесь у нас грот желаний, посмотрите. Фантастическое все. Среди гостей Монрепу сложилась добрая традиция загадывать в гроте желания. Говорят, есть подтверждение тому, что желания исполняются. Илюша, ты понял? Так давайте загадаем все желания. О, как все.
Вау, посмотрите наверх. Ой, главное не упасть. Ну что, давай загадывай. Загадал? Давай. Только загадай. Прям сильное желание какое-нибудь. Мощное. Так, я тоже уже загадала, пока просто стояла вот так. Все, пусть все сбудется. Играющий на кантеле. Вайня мёйнен. Что? Вайня мёйне? Это мне даже не произнести. Илюша, здесь заканчивается историческая часть музея-заповедника и начинается экомаршрут. Да, я прочитал. Ты прочитал? И я прочитала. Да. Они здесь какие-то стройные белочки. Не такие, как у нас в Павловске. Где? А, ну да, они боятся. Ну а что им бояться? Прелестно. О, и здесь уже реально экотропа. Там прям все сделано, маршрут. А у нас... А был, когда мы были здесь, вот этот маршрут? По-моему... Я здесь точно не был. И я. Значит, мы не видели. Да, да. Ладно, немного спустимся, посмотрим. Что там у нас с этой тропой? Ой, белочка прелестная. Так. Так, аккуратно. Здесь камни огромные. Ну, посмотрите, ну это как вообще? Мамочки. Камера даже не может на самом деле передать вот этого всего масштаба. Какая прелесть! Скамеечка с видом на бухту. Очень удобная скамеечка. Да? Сейчас посмотрю. Здорово. Ну да, очень красивая. И свет тут хороший. Ламончик. Интересно с папой, да? Ну ничего себе, Соломон, ты прям реально так тебе идет трон.
хозяин. Да, король с наследником. Идеально. Илюша один среди могучих скал. Соломончиком. Ходит по своему имению. Викинг. Викинг. Он в раздумьях. И его верная спутница, которая очень много говорит всегда и везде. Смотри, как здесь уникально. Я понимаю, что ты говоришь. Это самое главное. Вот что Илюша показал. Ну, это, конечно, да. Это же как вообще? Обалдеть. Ну, какие корни. Ох. Впечатляет. А вот там источник. Можно набрать чистой воды. Замечательно. Я же говорю, какое-то совершенно необыкновенное место. Но это же надо. Посмотри на правом хи и на левом хи. В наших лесах моховой покров очень развит и играет крайне важную роль в жизни леса, предохраняя почву от эрозии. Вот так вот, ребят. Здесь нет источника. Чуть дальше надо пройти. Вот туда. Там будет он. А здесь просто почта добрых желаний. Замечательно. Можно написать письмо. Пожалуйста. Вот он, источник. И называется он как? Источник Нарцисс. Любопытно. Возраст гранитных скал Монрепо 2 миллиарда лет практически. Мхи и лишайники растут. Обалдеть. 2 миллиарда лет, ребята. Сколько они видели и слышали. Боже мой. Энергия. Я тоже так сделаю. Это все такая энергия. На самом деле кажется, что они как мертвые, не знаю, просто стоят и стоят. На самом деле это мощнейшая энергия. Это я даже не могу на самом деле описать, но это сильнейшая энергия. И Соломончик 2 миллиардам лет прикоснулся. Молодец. Очень интересно. Понедельник, вторник, выходной. Вот погреб ледник. Здесь теперь продают сувениры. Очень, по-моему, мило. Ребят, мы уже будем возвращаться домой. Илюша пошел в KFC, я очень хочу крылья, и он, в общем, мы решили, как всегда, что тяжело с ребенком куда-то заходить, ждать опять.
Вот, так что мы возвращаемся в Петербург. Вы хорошо провели время. Всем спасибо. Все подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И до новых встреч!